Всем привет! С вами снова Елена. И у нас с вами сегодня огромная книжная распаковка. На самом деле уже все распаковано. Просто нужно это все осмотреть. О! Вот такая огромная стопочка. И хочу вам просто рассказать, что я заказала. Нужно было заказать срочно. Поэтому буду подряд. Это какие-то давнишние хотелки мои, плюс новые книжечки, плюс книжечка для мамы. И начну с нее. Эту книгу заказала мама, точнее заказала я для нее. Она безумно ее хотела. Я не знаю, что это за книга, и политические темы меня вообще мало интересуют. Поэтому вот такая книжечка. Кстати, все ссылки будут под видео в описании, так что если что-то вдруг заинтересует, проходите, приобретайте. Она довольно толстая, и, собственно, все могу. Больше ничего не могу про нее сказать. Автор Александр Хинштейн. И вот так она называется. Я так полагаю, что она о Путине. Но я не знаю, буду ли я вообще ее читать и надо ли оно мне. Так. И, значит, дальше моя давняя хотелка, просто потрясающая книга. Я, ну, наверное, как и вы, смотрела фильм «Зодиак». И на тот момент я даже не знала, что есть такая книга, тоже одноименная. Если помните, напишите мне в комментариях по фильму, кто смотрел. Маньяка таки поймали или нет, потому что я уже забыла, давно смотрела. И эта книга, она не художественная, она документальная. Она как бы сама по себе, как расследование журналиста, который хотел, ну, понять, кто этот маньяк, и понять его мысли, что ли. Вот, в общем, давно хотела эту книжечку, наконец-то ее приобрела. Буду читать. Мне безумно нравится дизайн. Здесь такие переливающиеся буквы, я думаю, вам видно на фоне. И обложечка такая мистическая, прям очень красивая. Она не толстая. В общем-то, я думаю, что если прям вот интересно будет почитать, то она... Ну, затягивать будет. Так, дальше у меня идет серия книг, которая пополняет мою коллекцию «Детектив. Новый уровень». Вот такая книга. О, кошмар. Видите, что произошло при доставке, ну, на мой адрес, да, вот, или при транспортировке, или при какой ситуации она тут смялась, вообще дальше некуда. Расправить это вряд ли возможно, но чуть-чуть она расправляется, но все равно неприятно. И весь покоцанный угол. Это уже неприятное отношение лабиринта к своему потребителю. Вот, в общем, такая книжка. В принципе, пока ничего сказать не могу. Собрала коллекцию, так сказать. Осталось мне купить всего несколько книжек, 3 или 4 из этой серии, и будет у меня полная серия. Вот такая вот, значит, Элизабет Хиткот «В ловушке». Буду читать, расскажу. Следующая. Рут Уэр, «Девушка из каюты номер 10». Тоже что-то с водой. Тоже ничего пока сказать не могу. Я даже, знаете, я рецензии не читала, я просто вот лежали они у меня в корзине, и я их взяла. Так что все книжки будут в обзоре. Следующее. Пола Хокинс «В тихом омуте». Тоже с водой что-то связано. Здесь немножко другая обложка, но она из того же, из той же серии эта книга. Вот, тоже все буду рассказывать в обзоре прочитанном. Следующее. Сабин Дюран «Вне подозрений». Вот это, мне кажется, прям такой детектив-детектив, потому что здесь прям картинка, в лесу стоит чемоданчик
криминалиста и пометки о найденных уликах. Вот, они все не очень толстые, достаточно быстро, я думаю, прочтутся. Следующее. Джулия Хилберлин «Янтарные цветы». Это вообще лежит давно, наверное, год. Я все никак не могла их купить. И вот одна, наверное, толще всех остальных, Мэри Торджусен «Пропавший». Вот. И пока эта серия у меня заканчивается на этой книге, как я уже сказала, у меня осталось, наверное, три книги, 2-3 или 4 книги осталось докупить, и будет у меня полная коллекция. Также еще я приобрела вторую книгу Дженнифер МакМахон «Вам меня не испугать». Она тоже давно лежала у меня в корзине, и просто мне подкинули скидку и бонусный код на дополнительную скидку. И плюс у меня получился большой заказ, и еще одна скидка. И плюс еще дали возможность выбрать книги в подарок. Поэтому я воспользовалась этой ситуацией. И так эта книга достаточно дорогая. Она, по-моему, 400 рублей стоит. Мне она вышла с хорошей скидочкой, и я решила не упускать эту возможность. Поскольку она очень давно лежит у меня в корзине. И знаете, как когда книги долго лежат в корзине и не покупаются, они выходят из продажи. И потом их очень долго приходится ждать. Поэтому я решила, надо. И, собственно, в подарок мне дали возможность. Но там особо и выбора-то не было, что выбрать. Но вот я пролистала всю ленту, да, тех книг, которые можно было выбрать в подарок. И, значит, я выбрала психологическую такую книгу. Ну, по психологии я имею в виду. Барри Лимон. «Знакомьтесь, ваша вторая половинка. Путеводитель для тех, кто хочет создать и сохранить семью». Вот. Она такого журнального типа, в мягкой обложке. Вот, почитаю, расскажу. Картинка, конечно, обложка вообще потрясающая. Ну и здесь чисто вот психологический подход, как человеку встретить правильную половинку, правильного своего человека, создать с ним семью и сохранить эту семью на долгие годы. И второй подарок. Я, как вы знаете, подсела на этого автора, и я в предыдущих своих обзорах уже говорила о том, что подумываю приобрести другие его книги. И эта книга лежала у меня в корзине, но в момент оформления заказа, когда мне дали возможность выбрать подарок, я увидела эту книгу в качестве подарка. Я ее быстренько из корзины выкинула. Вот, вместо нее в корзину я положила вот эту книгу. Вот, а эту выбрала в качестве подарка. И, собственно, та-дам, Крис Картер, «Экзекутор». И мне безумно нравится вот это оформление обложки, как и в той первой книге, которую я приобретала и уже делала на нее обзор. «Распинатель» тоже там очень такая экстра обложка. Мне безумно нравится такое что-то из фильма «Пила». Отсыл такой вот. Мне очень нравится. И буду читать, расскажу. Кто-то мне писал в комментариях, что не понравился этот автор. Ну, наверное, просто это не ваше. Вот мне он безумно понравился по первой книге, которую я прочла. И буду... Я безумно рада, что это получила в подарок. И буду читать. Расскажу вам, как. В плане вот такого хоррора, потому что здесь есть надпись, да, и это остросюжетный роман. Ну, я любитель, я поняла, что я любитель таких вот экстра хоррор ужасов на самом деле. Ну вот, и, собственно, вот такой был у меня огромный заказ, я вам скажу, то есть это 9 книг плюс 2 подарочных, 2 подарочные книги.
Вот. И все это обошлось мне в кругленькую сумму, но у меня была огромная скидка. И что еще? Еще все ссылочки вы найдете на эти книги в описании под видео. Проходите, заказывайте. Может быть, вы что-то хотели заказать. Сейчас на Лабиринте действует скидка в честь 8 марта, так что спешите. И тоже хочу сказать, если вы часто заказываете на Лабиринте, можно зарегистрироваться на сайте как постоянный покупатель, и вам будет копиться скидка. То есть для вас будут действовать те же акции, что для меня, да, и вы можете покупать книги с очень большими скидками. Вот, такой был у меня обзор. Надеюсь, вас чем-то заинтриговало. Все книжки будут в обзоре, кроме первой. Я вряд ли буду это читать. Это книжка для мамы. Так что все книги будут в обзоре. Ждите, со временем я все расскажу. Вот. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте мне лайчики, я очень люблю лайчики, дизлайчики тоже ставьте, это все равно проявление внимания. И пишите комментарии, дельные комментарии, и увидимся с вами в следующих видео, в следующих обзорах, в следующих влогах. Ставьте колокольчик, потому что у меня постоянно что-то выходит, и вы можете пропустить это. А чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик. Ну и с вами я прощаюсь, увидимся в следующих моих видео, и до новых встреч, пока-пока!